Да. Всем привет, народу много на набережной. Никто масочный режим не соблюдает. Вот и я тоже решил не сидеть дома и посмотреть, как выглядит Самарская набережная образца 2020 года в период самоизоляции и пандемии. А вот здесь вот год назад был пляж, но его все затопило. Воды очень много. Очень много воды. Вы сейчас сами поймете, сколько же людей гуляет. Не то чтобы так много, но есть. Отойдем. Отойдем. Вдалеке теплоход. Народ устал сидеть дома. Такую погоду, конечно, самое то ходить по набережной. Как же это хорошо идти по набережной после всех этих приключений моих в горах. Вода проржавела. Это так всегда здесь около бассейна ЦСКА ВС всегда. Так. А правда, никто, ни один человек, которого я встретил, не был в маске. Я тоже без маски. Что я раньше не замечал, но очень много стало велосипедистов. А вот уже и песочек кое-где уже есть. Уже потихоньку насыпают. Но неизвестно, когда открытие пляжного сезона официальное.
нахуй. Кстати, второй человек в маске сейчас встретил. Всего на всю набережную. Третий. Дерево. А вон уже люди открыли пляжный сезон. Уже есть тусовка на пляжу. Так, интересно, как же они попали, если там затоплено, нет? Вот чуть-чуть. А вот спортивный инвентарь. Так. И вот тут вот, я помню, было чуть дальше. И тут стояли натянутые сетки. Или это дальше было? Натянутые сетки для волейбола. Это дальше было. Ладно. Он спросил, а ты в конце? Ага, да. Все у них здесь притоплено. Волга вышла из берегов, это точно. А может просто тупо не засыпали еще песок? А, это дальше волейбол. Да, там дальше была площадка и... Ну-ка. Сколько, да. Да, народ есть. Народ есть, это меня радует.
хоть они все потенциальные нарушители режима самоизоляции. Ну а чё? Вирусом сидения дома не остановишь, к сожалению. О, блин, вау. Я тут в ноябре провал. Я в октябре, а в октябре в ноябре нет. Сейчас мы тоже спустимся, короче. Охота пощупать воду. О, а вот здание Роснефти. Тут я обычно и купаюсь. Люди уже загорают. Песочек. Притопило капитально, конечно. Притопило. Сейчас я пощупаю воду. Надо аккуратно.
Блин, носки намочил все равно. Ну, еще немножко неудобно. Я носки намочил, короче. Вот. Туфли. Ну, не знаю. По-моему, еще нельзя. Так, если только зайти и выйти. Вон уже люди сетку натянули, уже играют в бадминтон. Ну что, действительно, пляжный сезон открыт, а купальный еще пока нет. Вроде я руку просунул, вроде ничего, а потом, когда минуту подержал, стало холоднее, у меня даже вот волдыри появились. Такие дела. Как много людей. Класс. Цветы. Это тот редкий случай, когда я намочил ноги, но я доволен. Да уж. Цветы. Ну, пожалуй, все на этом. Гулять можно, если вы, конечно, не опасаетесь подхватить вирус. Пока.